аварии, слушай. Да нет, сейчас бабахнет. Александра Васильевна, перейдите вот туда. Чуть-чуть быстрее. Весь класс. Где стоит 11 класс? Спасибо. Здравствуйте, взрослые! Здравствуйте, дети! День необычный сегодня на свете. Музыка всюду, улыбки и смех. Школа седьмая ждет в гости нас всех. С праздником, с началом учебного года. Но в праздники не учатся. Смотря в какие. Сегодня особый праздник, День знаний. Школа к учебному году готова? Конечно, готова. Учителя рады встречать учеников? Конечно, рады. А школьники пришли? Даже с родителями. Значит, можно начинать линейку? Подожди, что-то здесь не всех я вижу. Где же младшие из нас? На линейку приглашаются первоклассники. Бурными аплодисментами мы приветствуем самых маленьких учеников. Самых красивых, самых перспективных и подающих большие надежды первоклассников. Встречайте первый класс и их первую учительницу, Марину Сергеевну Степанову. Под небом свободным мы святой России, любимой, верны. Пусть в мире и дружбе живут все народы, под флагом трехцветным могучей страны. Школа, внимание, под государственный гимн Российской Федерации стоять смирно. Сердце радость не бьется, если утром взмыв зенит, флаг России гордо вьется, гимн страны моей звучит. Линейка, посвященная Дню знаний, объявляется открытой.
В этот праздничный торжественный день нас пришли поздравить почетные гости. Слово предоставляется заместителю главы города Дивногорска Середа Александр Иванович, начальнику отдела образования администрации города Дивногорска Кабацура Галина Васильевна. Уважаемые родители, уважаемые дети, первоклашки, будущие выпускники, мы вас поздравляем от всей души с этим прекрасным, хорошим днем в вашей жизни. Хотим, чтобы те знания, которые вы получите в стенах этой школы, для вас остались на всю жизнь, запомнились. И с этими знаниями, чтобы вы продолжали идти по жизни. Учитесь, познавайте, впитывайте в себя все то, что вам будут преподавать ваши учителя. С праздником 1 сентября! Здравствуйте, уважаемые ребята, уважаемые педагоги и родители! Сегодня замечательный праздник, день начала нового учебного года, и по традиции мы его называем День знаний, потому что школа – это тот социальный институт, который дает вам первоначальные знания, а потом в течение всей жизни вы продолжаете учиться. И сегодня я поздравляю всех вас, уважаемые друзья, с началом нового учебного года, особенно наших первоклассников, которые теперь уже не дети дошкольного возраста, а самые настоящие школьники. И вам, уважаемые родители, двойная ответственность, поскольку вы теперь будете учиться с нашими детьми тоже вместе, во всяком случае, начальную ступень образования. Я поздравляю сегодня наших выпускников 11 класс. Именно вы сегодня должны помочь нашим малышам адаптироваться в школе, показать им учебные кабинеты, познакомить с педагогами, учителями и учащимися школы, чтобы наши малыши комфортно пришли и сели за парты, и у них были была очень хорошая мотивация к обучению, открытые глаза и стремление учиться. А для этого мы, взрослые, постарались создать условия и подготовить все необходимое в школе. Сегодня вы видите, что у нас появились новые кабинеты с новым оборудованием, кабинеты физики, химии, биологии в рамках национального проекта образования по программе «Точка роста». Сегодня вы видите в кабинетах современное освещение. Все кабинеты оборудованы новыми дверями, вот современными, из натурального дерева. Ну вот все старались мы с вами сделать, взрослые, для того, чтобы школа сегодня приняла вас, уважаемые дети, уважаемые педагоги. Буквально небольшой лоск еще осталось навести, и новый учебный год своими уверенными шагами запускается. Спасибо вам, дорогие родители, я хочу сказать отдельно, за то, что вы вкладываете свои силы, свою энергию и помогаете нам вместе и педагогам, и администрации школы делать наше учебное заведение еще лучше. Я вот сегодня сказала на открытии точек роста, наша школа в селе Овсянка, она ничуть не уступает школам в городе Дивногорске, а по каким-то моментам даже еще и лучше. Поэтому так держать. Давайте все вместе будем любить родную школу, делать ее еще современнее, еще привлекательнее для наших детей. И с праздником всех, уважаемые друзья, с Днем знаний! Слово для поздравлений и напутствий предоставляется директору нашей школы Марине Владимировне Метелкиной. Здравствуйте, дорогие ученики
Уважаемые родители, родные учителя, я всех сердечно поздравляю с началом учебного года. Всем желаю позитива, здоровья, творческих идей, достижения целей. Я благодарю всех родителей неравнодушных, которые помогли нам сделать ремонт. Я благодарю также учителей, которые на своих хрупких плечах вынесли капитальный ремонт системы отопления. Поверьте, это было очень нелегко. Я благодарю старшеклассников, которые до 12 ночи помогали нам отмывать кабинеты. Огромное-огромное всем спасибо. Мы, как в самые сложные времена, всем миром, всем городом работали для того, чтобы сегодня дети сели за школьные парты. Ребят, я вас очень прошу, пожалуйста, берегите материальное благо, которое есть в нашей школе. Это парты, столы, красивые шкафчики. Ребята, я прошу также вас уважать чужой труд, труд наших техничков, которые всегда для вас готовы предоставить чистые кабинеты. Давайте будем им помогать. Ребята, несколько слов мне хочется сказать 11 классу, потому что сегодня это их 11 учебный год, и 1 сентября тоже 11. Им предстоит очень тяжелый труд. Труд, который их подготовит, я надеюсь, высшее учебное заведение. Я вот прямо думаю, что у нас в этом году будут медалисты. И я думаю, что эти дети меня не подведут. Да, 11 класс? Да. Вот. Потому что это лучшие, остались лучшие из лучших. И Ольга Владимировна Горбунова, классный руководитель, сделает тоже все возможное, чтобы эти дети достигли всех целей. Я желаю вам здоровья, упорства и терпения. Учение и труд, все перетрут. Уважаемый первый класс, мы рады принять вас в нашу дружную семью. Мы надеемся, что вы будете продолжать наши традиции. Традиции учеников имени Виктора Петровича Астафьева. Вы будете бережно хранить наследие этого писателя и, конечно же, учиться только на одни пятерки. Уважаемые девятиклассники, у вас тоже не очень сложный в этом году период. Вы сдаете тоже экзамены. И я прошу вас с самого первого дня учебы, а это 2 сентября, 8:30, не опаздывая, всех ждем в нашей любимой школе. Удачи вам в подготовке к экзаменам. Я надеюсь, что ни одного человека не будет на пересдаче, поэтому для этого надо трудиться, трудиться и еще раз трудиться. Ну а 8 класс, конечно же, будет равняться на наших старших школьников вместе с 10.